Друзья, приветствую. Сергей Евдокимов, Антон многократный Николаевич. Призер соревнований всех возможных, наш самарский рыболов-спортсмен. И сегодня он нам расскажет и покажет об спинче 630 V1 с потрясающей Yamaha 225. Это V6? Это V6, да. Ну, версия, как и у Мерка Pro XS, угу. Вот также High Output. Ты прочувствовал? Я, да. Я только на картинках, потому что я видел. Ну, сейчас прочувствуете. Ну. То есть там редукция другая, да, уже, наверное? Подхват... Другая редукция, другие распредвалы чуть-чуть. Чуть, видимо, другая прошивка. Ну. Угу. Я, честно говоря, пободрее, да? Не особо, так скажем, рассказываю, что там внутри. Но то, что доступно в каталогах по сравнению чисто по запчастям, то да, есть разница. То есть реально 225-ка идет 90+. Да. Охренеть. А ремни безопасности будут? Не предусмотрены конструкцией, если только спасжилетный. Слушай, ну вообще, я говорю, интерьер, конечно, у спинчей очень крутой, очень круто все они сделаны. Я говорю, особенно мне нравится это то, что они колонки делают... подиумы специально. Да, пошел. Уже... То есть там и объем некий, да, внутри? Да, есть? Да, да, конечно. А там... они как-то глушат объем этот? Или он просто открытый? А, нет, там объем, на самом деле, лодка вся заполнена блоками плавучести. Но он сам по себе... Нешитый полиэтилен. То есть и он как бы дает свою плавучесть и чуть-чуть приглушает. Но я не думаю, что микрофон возьмет, который наш. Ну, вряд ли. Я слышу точно, есть объем, потому что это они начали плотно, да, играть. Прям сразу. Звук очень плотный такой, объемный. Ну, херц. У меня тоже херц стоит, я не нарадуюсь. Расскажи, что это вы придумали хитрого здесь? Дополнительный здесь... дисплей по HDMI и выходу. Да, это дополнительный монитор с AliExpress. А. Цена вопроса 10 тысяч рублей на Али. Но при этом не хватает яркости. При этом не хватает яркости, безусловно. Будет заменен на 19-дюймовый 1500 нит. Вот с тачем. Вот это интересно, да. Ну вот едет, в конце мая будет, и на Кубке России здесь уже будут стоять 19-дюймовые мониторы. Вот защищенные. Что по деньгам вышло у тебя? 120. Ну и ничего страшного. Ну, 120, да. В этих форматах это вообще ни о чем. Пыль. С учетом стоимости, да, 12 приборов 200 с лишним, 120 за 19 монитор, это не... Согласен, согласен. Так, ну что, предлагаю прокатиться. Welcome. Ну что, мы находимся на довольно уже, не довольно, а на конкретно серьезном судне. Стоимость его, вот если чисто лодка, сколько сейчас? Ну, сам корпус 4200. В базовой комплектации. Ну, то есть в базовой спинче это включает все. А это очень серьезная база, ребят. Если вы зайдете на сайт спинча, вы обалдеете, насколько серьезная. Там база. Это реально... Вот, кстати, еще один спинч по ходу мы. Только под 300-й Судзукой. Вот, то есть 4,2 корпус в базе. Ну, вот эта лодка со всем оборудованием где-то в районе 11. Это чисто стоимость по оборудованию, без учета стоимости, ну, да, работ по его монтажу и прочее. Ну, у нас уже на самом деле давно, ну, по крайней мере, для нас с тобой это не секрет, что любая спортивная, хорошая, заряженная лодка... Да, вот сними ее. Вот. Да, это тоже самый 655-й. Да, 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 да. Любая заряженная лодка на сегодняшний день полностью подготовлена, это 10+ сразу. Многие думают, что это 2-3 миллиона, на самом деле это 10+. Ну и что? А, кстати, и, по-моему, вот здесь высокая киловаттность, да? 19 градусов. Сколько? 19. 19, ребята, градусов, вдумайтесь. Это на скорости в 70 км в час, я думаю, что можно зайти в поворот при желании в 90 градусов. Ну, сейчас мы это изобразим. Это, к слову, ребят, почему я хочу купить лодку следующую 6,5-7 метров. Ты просто, вы видели, в какой-то момент мы шли, мы берем боковую волну, взлетаем, она такая пух,
и поехала дальше. И поехала дальше. Я даже не чувствовал. И обрати внимание, не брызг на стеклах, ну уж тем более не... Кстати, да, брызгов-то у нас и нету на стекле. Потому что в какой-то момент я так поворачиваюсь, Вася уже там ближе к полу стремится с камерой, и эту камеру держать быстрее рукой. Держал стабилизатор, чтобы он не летел. Вот это ощущение собранности. Да. Да? Именно ты правильное слово подобрал, вот реально сейчас, вот без всяких этих, именно собранность лодки, ее сбитость. Да. И она вот настолько вся вот в балансе. Слушай, мы в том году с Петерцовым вот здесь на боковой волне чуть оверкиль не словили. Мы шли тоже 80 где-то на Айфелке. Угу. И мы такие, бук, прям бам, нас вот так вот, мы охренели. Вот. А здесь он такой, душ. При том, что сейчас прошли нормальные лодки, была нормальная волна. Реально собрано, бам-бам-бам. Ну, болит, гоночный болит, что тут говорить. Все сделано для того, чтобы ты в любую погоду... Да, ты ушел и вернулся. Да, в любую погоду ушел на рыбалку, а мы же рыбаки, нам все равно по большому счету. Да, ты же знаешь, погода переменчива нынче. Ну, ты да. Ушел по штилю, а через два часа дунул вот так, а ты в 50 километрах от дома, и что, или в островах прятаться, или идти домой. Mm-hmm. То есть вот эта лодка позволяет реально идти домой и не думать, какая будет погода там вечером, утру, поменяется, не поменяется. Слушай, ну это уровень, это очень серьезный уровень, это профессиональный уровень. Я так понимаю, на этой лодке ты будешь выступать? Да. Ну, это моя лодка, это не выставочный экземпляр. Я купил эту лодку. А. Я просто купил и собрал под себя так, как вот то, что я хотел. А как же скитер? А скитер это для удовольствия. Это для души. Души. Да. Но там у тебя, по-моему, был 200... Там 200 двухтактный. Двухтактный. Там сотка прям, наверное, будет железная. Ну, 117 было до ремонта мотора. 117? Да, вот здесь, на этой мерной миле, мы зафиксировали на видео у нас 117 километров в час. И после этого мотор показал два поршня. Вот, после этого мотор прошел полную капиталку. Там новый блок, новый спортивный, кованый поршнями. Ну, я думаю, что... Я думаю, что 120 мы разменяем. Обалдеть. Слушай, Серег, спасибо тебе большое. Ну, там и педаль газа уже, и ну, да, все да, дела. Да, да. Там более точно. Здесь все равно ты работаешь газом. А педаль газа, она важна, наверное, да, на таких скоростях? Да, более эластична. То есть ты можешь жух-жух-жух. Ты, во-первых, двумя руками держишь штурвал в первую очередь. Потому что одна – это одна, когда тебе нужно четко отрабатывать лодку. Ну, две руки – это две руки. Да. И вот эластичная работа педаль. Да, идти куда-то далеко, понятно, что неудобно. Нога там устанет, например. Конечно. Ну что, вы все видели, это профессиональный болид Сергея Евдокимова. Вот сейчас мы шутили про 11 миллионов, и можешь сразу забирать сети, да? Да. Только кэшем. В каждой шутке только доля шутки. Да, все остальное кэш. Огромное тебе спасибо. Слушай, спасибо вам. Прокатил на мечте, прокатил на классной девочке. Кстати, по звуку мотора обрати внимание. Как тебе звук мотора? Ну, он больше к мерку, мне кажется. Ну, его не слышно. Его не слышно. Кстати, да. Вот а когда мы шли-то быстро, его ты и не слышно. Вот. Мерк орет обычно. Мерк да? орет. Это вот, возвращаясь к теме, я не знаю, может, это особенность именно вот этой серии моторов. Но обычно же говорят, там, Yamaha орет дурниной. Меня этот мотор очень порадовал. Он достаточно тихий и очень комфортный. Слушай, ну мы когда даже валили на все бабки, ну, не было какого-то шума особого. Ну, в принципе, мы могли разговаривать бы. Могли, но было страшно. Сильно... Нет, было страшно, да. Мы не разговаривали, потому что было страшно, а говорить-то мы могли, и мы друг друга услышали. Да, да, кстати, я что-то и не обратил внимания. Я просто держался, мне не до шумов было. Да, еще камеры держать. Ну, короче, шикарная лодка за шикарные бабки. Всем спасибо.